Мы рассматриваем эту аллею тоже как памятник. Память, конечно, вклада Беларуси в победу Великой Отечественной, нашего общего вклада. Мне представляется, что многие жители, гости столицы Республики Беларусь, приходя сюда и видят табличку «Аллея дружбы», будут тоже вспоминать и героев войны, и, может быть, это будет побуждать и к тому, чтобы где-то и заглянуть в историю, вспомнить о великом вкладе наших народов в эту нашу общую победу. Это очень знаменательное событие. Я поздравляю всех минчан, белорусов и не только представителей других народов стран СНГ с этим событием, знаменующим, но я бы сказал, сооружение такого памятного места в столице Содружества независимых государств. Вы знаете, штаб-квартира исполкома СНГ находится в Минске, и мы неформально считаем Минск столицей СНГ. Поэтому нахождение такой аллеи дружбы в столице СНГ – это естественно. Поздравляю вас!